Ветки, шишки, кора и листья. Весь природный материал отлично подходит для творчества. Доказательство этому – 183 работы, представленные на областной этап конкурса «Лед, цветы, фантазия». Всего 5 номинаций. Арт-объект «Снежинки», панно «Фантазии флориста», коллаж «Знаки зодиака», объект из кукурузы и, конечно, ель. К украшению главного новогоднего символа подошли креативно. Здесь и минималистичные деревянные фигуры, и различные сказочные персонажи, гномы, животные, птицы и настоящие еловые веточки. Каждый год номинации выставки конкурса «Лед, цветы, фантазия» меняются, но неизменным становится одна номинация – это новогодняя ель. И хочется отметить, что с каждым годом елки становятся более натуральны. Используется минимум материалов искусственных, и поэтому хотелось бы отметить, что уже наша ель является альтернативой искусственным елкам. Из природного материала можно создать практически что угодно. На флористических панно легко узнаются фантазийные рыбы, натуралистичные насекомые или необычные пейзажи. Можно сделать и целые снежинки. В этой номинации чаще всего использовали солому и гербарий. Тонкие, практически невесомые элементы, будто парят в воздухе. Большую конструкцию из 12 снежинок преподаватель с детьми делали больше месяца. Искусственные материалы только в основе. Все остальное натуральное и очень хрупкое. Начали подготавливать трафареты, цинерарию. Вот та цинерария, вот это все натуральное. И то, что было собрано летом заранее, оно у нас беленькое-беленькое. И поскольку нам не хватало материала, нам приходилось искать его, выходить на улицу, собирать его, стряхивать снег и засушивать заново. Из-за этого у нас немножко оттеночки разные. Вот, а мы здесь использовали тополь, листья тополя, потому что они белые, листья цинерарии. И вот это верх у нас – это ветки каштана. В работе с природным материалом главное – аккуратность и осторожность. А фантазия поможет уложить все элементы в красивые формы. Это было очень долго, и под самый конец очень не хватало цинерарии. Вначале хотели сделать 24 фигурки, но на второго большого быка, так как этот год быка был очень большой, сделали его, не хватило места. Потом, когда его проверяли, как оно все будет висеть, решили сделать только 12 снежинок. Надо было придумать, как это лежит. В некоторых зверях мы ложили одну вырезанную снежинку из этих листиков, и это получалось либо голова, либо в середине тела. У некоторых животных сами листики уже выложены в виде снежинки. Изобразить все 12 знаков зодиака из природного материала – задача не из легких. Здесь дизайн минимальный. Большинство работ – силуэты из коры или листьев с минимумом декора. Самая необычная номинация этого года – объект из кукурузы. Это растение редко используют для творчества, однако педагоги и дети представили несколько действительно ярких работ. Одна из них – жар-птица. Для ее создания понадобились листья и зерна кукурузы, нити, шпагат и усилия 20 детей. Кукурузу я заготовила еще летом. Я выращиваю ее на своем дачном участке. Работа очень кропотливая, очень длительная. Принимали участие все дети, которые ходят ко мне в объединение по интересам. Младшие дети соединяли детали, связывали, а дети постарше уже склеивали композицию и изготавливали каркас. Лучшие работы по 6 в каждой номинации – будут представлены в финале конкурса в Минске. И самые красивые и необычные точно не останутся незамеченными.